Всем привет, ребят! Ну что, вы видите сегодня чарки, и вы видите мою тыковку на максималке сейчас. Я уже запарился, я, наверное, коробок 1002 переролил. До сих пор, вот ради интереса, просто ролю новую чарку, максимум 4-5 выпадает. Это просто капец. Я уже все чары, какие хочешь, пятерки повыбивал. Четверок новой чарки, суперсилы, ну, наверное, штук 6 выбил, а то и больше. И оно не падает, просто тупо не прет, не хочет падать. Такая, блин, лажа, я не знаю, я уже просто не знаю, что делать. Вот нереально просто пятерку выловить. Просто жесть. Нереальное что-то. Сейчас доролим, я вам покажу тыковку, которая собрана у меня уже на максимум. Я ее прокачал. Ушло, конечно, нормально ресурсов на это, но ради новой чарки я это сделал для того, чтобы уже потестить чару на максимуме и просто знать, стоит ли ее тыковки ставить или нет. Но это просто жесть. У нас будет как раз вот с необузданной яростью тыковка. Сейчас мы ее потестируем на максималке, то есть 30-й прорыв, 7-7 чарка, можно будет какие-то другие чары поставить. Просто пипец, вот посмотрите, что делается. Нифига не падает, вот когда надо, оно не падает, когда только тебе что-то надо, падает совсем, совсем другое. Ну, чары, в принципе, уже не проблема, их продают, их можно выбить с коробки. Поэтому просто Unreal какой-то. Ладно, выбиваем какую-то пятерку, идем к нашей тыковке. Смотреть на нашу тыкву. Мега-мега-мега-супер-пупер тыкву. Сейчас хочу какую-то чарку, может на деф что-то выбьем интересное. Поугараем с дефного варианта. Вот тыковка 5-5 плюс 2. То есть 7-й левел у меня за счет созвездий. Сейчас я вам их покажу. Просто-просто бешеная теква будет. Максимальная атака, которая только возможна на ней. Сейчас мы какую-то пятую просто чарку нормальную найдем для сравнения скорости хотя бы. Чарка дает, как видите, плюс 50%. Вот это необузданная на максималке. Плюс 50% скорости атаки. То есть плюс половину от ее скорости. На архидемоне ее тестить, ну, я не знаю, я не особо хотел бы, потому что попыток, очень мало попыток, попытки, к сожалению, на английском сервере похерили, раньше не продавались, можно было выбить с бинго. Просто изи, ребят, поставили лайк, вот видите, я знал, когда надо это делать. В общем, вот такая вот у меня тыковка, такие вот созвездия. 7-7, то есть максимально, что можно сделать. Поехали. Я еще сам ее не тестил, не смотрел. То есть полностью фуловая атака. 7-7. Давайте ее сейчас, у меня она, по-моему, в тотеме стоит. Поехали, потестим, посмотрим. Такой вот вариации. Crazy, реально crazy тыква. Плюс 50%, ставим сюда воодушевление. Я не знаю, что сейчас будет, но это реально должно быть круто. Ну и заодно сверимся. Так, девятая воодушка. Давайте поставим кого? Давайте поставим слона, чтобы там стан по нас не пробегал. Вот так вот. То есть максимум, который только можно было бы вытащить, он у нас уже есть.
Итак, поехали, поехали, тест. Тынь-тынь-тынь-тынь-тынь. На подземке. Жесть, конечно, я в шоке. Как это мне пятерка выпала, видите, как только начинаю записывать видос, нормально начинает падать. Такс. Что там у нас? По-моему, эксперт 8. Вот здесь вот интересная подземка. Мне просто интересно посмотреть на скорость атаки. Что она, какая у нее скорость атаки. То есть у нас максималка сейчас собрана. Как она будет разгоняться? Ну понятно, максимальный разгон мы все равно с вами сможем увидеть только на архидемоне. Сейчас она, наверное, еще и сдохнет ко всему. Вот так вот. То есть максимальный разгон мы с вами сможем протестить только на архидемоне. Такс. Давайте все-таки вместо слона поставим ангела. Потому что она дохнет. Вот видите. То, что, конечно, она бегает, но скорость атаки у нее. Должна быть реально жесткая. Можно, кстати, сделать небольшой тестик. Вот посмотрите, у нас здесь на подземке вот есть юниты вот эти, плюс башенка. Вот сюда будем высаживать сейчас и посмотрим, за сколько времени. Вот я сейчас примечу себе точку. Она убьет, допустим, этих всех фиолетовых. Вот интересно, что у нас получится по разгончику. Ну, получается 10 секунд в такой вариации. Ну-ка попробуем убрать воодушевление. Без воодушки. То есть у нас плюс 50% скорости именно атаки. Так, попробуем такой вариант. Интересно, конечно, что у нас будет с новой чаркой. Что у нас получится. Так, смотрим. Так, немножко не туда побежало, но явно заметно, что без воодушки, конечно, хуже результат. Так, отлично, потянули всех. То есть плюс-минус тут башни одинаково бьют. Да, видите, разница какая. Там 2 секунды уже разница. То есть даже 3. Такс. Попробуем обратно поставить. Изворот, в принципе, бессмысленно, он раз в секунду заряжает, сколько там девятый изворот дает нам. 80 энергии, то есть, ну, это и не туда, и не сюда. Смотрите, насколько разница. И пошла жара. Я же говорю, единственный вариант это только архидемон. На нем будет видно сразу, есть ли смысл от необузданной ярости. Что же все-таки лучше будет? Необузданная или новая чарка? Скорость набора, конечно, классная. Что там, что там.
Даже если мы будем бить сейчас этого. Кстати, можем посчитать, как быстро она набирает свечи. Ну, она, хотя она тут может и критовать, но все равно ради интереса хотя бы посчитать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну, я не знаю, вы потом на замедленном посмотрите, скажете мне, как она быстро набирает по времени. Ну, быстренько, можете со своими сравнить, у кого есть такие тыковки, по скорости набора, как она. Быстрее, чем ваша или нет. Потому что я не знаю, что лучше все-таки ставить. Пиромах, он дополнительно на архе даст урон. А тут непонятно, будет разгон, не будет разгона. В общем, ждите теста. Думаю, тест будет веселым. Ставьте, как обычно, лайки. И всем удачи, всем пока.